Дорогие друзья, доброе утро. Нахожусь я в районе Самгори. Это один из районов Тбилиси, таких трудовых трудяг. И вот хочу показать вам заброшенную канатную дорогу, которая соединяла район Самгори и Квазисубани. Строили ее, кажется, в 70-х, 80-х годах. Ну и где-то в 90-м она уже прекратила свое существование. И вот вы видите, как вагончик этой канатной дороги висит над жилым кварталом. Сейчас как раз ветреная погода, и он так зловеще качается над вот этим каким-то зданием, тоже заброшенным. А вела эта дорога наверх в жилой квартал Вазисубани. И было очень удобно, потому что здесь совсем недалеко станция метро. И, в принципе, вот так можно было быстренько подняться наверх в спальный квартал жилой. Ну, давно уже не работает эта дорога. Наверное, второй вагончик тоже где-то висит, соответственно, зеркально от верхней станции. Ну, вот такая вот здесь вот картина. Сама станция тоже заброшена. Ее внизу вот там разрисовали, как могли. Объект для стрит-арта. Хотя недавно говорили о том, что будут реабилитировать эту канатную дорогу. Но фактически, наверное, нужно будет здесь все заново отстраивать, потому что вряд ли вот то, что сохранилось, может претендовать на надежность. Ну вот я не знаю, сейчас ветер, как мой голос будет слышен, традиционный такой вопрос, насколько он не забивает. Сейчас пройдем, посмотрим, что здесь вокруг и откуда был вход. Самое интересное. Сейчас здесь везде валяются покрышки. А, вот, товарищи. Здесь даже есть, ну, это практически общественный туалет. Вот такой вот здесь кошмар. Сюда даже заходить не стоит. Невозможно, неизвестно, что здесь обвалится и куда это обвалится и куда все это провалится. Ну, вот такой большой практически здесь мусорный ящик. Вот, ну, может быть, когда-нибудь это здесь все восстановят и это вновь будет пригодно для использования. Ну, а пока вот такая заброшка.